Так, ну это или последний, или один из последних роликов. Уже совсем недалеко от Клайпеды. Может, максимум 10 километров до дома. Сделали привальчик, перекусили. Как вы думаете, где? Прямо под носом у городской свалки. Но свалка уже закрывается, потому что построили нас когенерационную завод по сжиганию мусора. Уже давно построили. Вот. И что-то там писал у них, читал на сайте, что только около 8% всего мусора из города попадает на свал. Все остальное бывает на вторсырье перебирают и сжигают остальное.